На 7-м саммите «Цифровой Китай», который состоялся в городе Фуцзяо, провинции Фуцзянь, обсудили ценность данных и развитие производительных сил нового качества. Посетители мероприятия получили доступ к сети мобильной связи 5G Advanced и познакомились с другими образцами новейших технологий. Среди них 3D-монитор, для которого не нужны специальные очки, антропоморфный робот, робот-бариста с искусственным интеллектом и еще сотня инновационных проектов. В этом году на саммите представлено больше разработок с иммерсивными сценариями применения. Ведь люди все чаще интересуются тем, в каких повседневных ситуациях можно задействовать искусственный интеллект. В рамках саммита организаторы разместили 45 демонстрационных площадок по всему Фуцзяо, чтобы горожане могли лучше познакомиться с умными технологиями. Сейчас мы находимся на площадке, где посетителям предлагается протестировать все возможности искусственного интеллекта. Например, мы хотим добраться до места проведения саммита «Цифровой Китай». Просто задаем вопрос онлайн-ассистенту, и он назовет маршруты автобусов и метро. Достаточно одного нажатия. Участниками саммита стали более 50 тысяч человек. Из них более 11 тысяч зарегистрировались на подфорумах и дискуссионных площадках.